Всем привет! Сегодня на выдаче у нас такой красивый Honda Vezel в комплектации Z максимальный. 2016 года выпуска. Кузов RU4, это 4WD. Напомню, что данный кузов в данной комплектации выпускается именно 2016 года. Что примечательно для комплектации Z, это дорогие 17-е оригинальные литые диски на очень жирной летней резине Dunlop 19 года. Брызговички, молдинги, ручки хромированные, диодные туманочки также с 2016 года устанавливаются. Диодная оптика, фендера в цвет кузова, так как это Z комплектация. По просьбе заказчицы установили уже дорогие 3D коврики. Сейчас покажу аукционный лист. 4 балла, 43 тысячи пробег. Проверяйте. Честная, красивая, максимальная машина. Также по просьбе заказчицы обслужили автомобиль. Полное ТО, диагностика в Honda Service. Штатная документация вся пришла в фирменном чехле, скажем так. Honda. Кожаные вставки. Так как это 16-й год рестайлинг, здесь уже safety пакет установлен в штате, подогрев лобового зон щеток, ТРК, автоскладывание зеркал, радарный круиз-контроль до впереди идущего автомобиля, датчик предотвращения ДТП, контроль полосы, пробег 43 тысячи, рестайлинг табло тоже немного изменилось, раздельный климат-контроль, подогрева передних сидений. Зеркало заднего вида с функцией автозатемнения. Диодная подсветка. Также очень дорогой многоформатный магнитофон с функцией Apple CarPlay. Очень удобная вещь. USB, HDMI. Все здесь есть. Подрулевые лепестки. Полный мультируль. С дополнительными кнопками управления hands-free, мультимедией. Вот такого красавца привезли по просьбе заказчицы. Заказывайте автомобили с аукционов Японии. Только честные, красивые автомобили.